Когда на сцене появляются слоны, зал замирает. Многотонные красотки Дженни и Магда родом из Индии, а учились трюкам в России у своего дрессировщика Сергея. Слонихи очень покладистые, выполняют все команды. Залезают на тумбу, как пушинку, поднимают артистку цирка и весело играют в мяч. Зрители, разумеется, в восторге. Восторг – это именно то чувство, которое испытываешь на программе варшавского цирка «Шоу слонов». В цирке я не был с детства и... Впечатляет. Ребенок тоже в восторге. Хлопает вовсю, смеется. Цирк очень хороший, все хорошо. Артисты очень хорошие, красочные. Вот, детям тоже понравилось, тоже понравилось. Все очень ждут слонов. А так все хорошо. В принципе, все нравится. Дети вот посмотрели. Вот так все происходит, вот волшебство, вот это все. Я сама вот. Представление варшавского цирка – это отлично продуманное и срежиссированное шоу, которое смотришь на одном дыхании. Яркие костюмы, хорошо поставленные номера, очень разнообразные выступления. Есть и гимнасты, акробаты, дрессировщики, разумеется, уморительные клоуны. Зритель вместе с артистами путешествует по странам и эпохам. То оказывается свидетелем выступления стиляг, то наблюдает за полетом арабской красавицы Жасмин. Цирковое искусство, наверное, все-таки не теряет свою популярность. Мы как бы все время пытаемся чем-то новым удивлять. Мы удивляем. Мы своей клоунадой, животные своими трюками новыми. И, возможно, ивановский зритель их и не видел, эти новые трюки. А он не знает старые, поэтому старые будет принимать за новые. Вот так все запутано. Новая постановка – это самый настоящий многонациональный калейдоскоп. 2 часа пролетают на одном дыхании. Шоу слонов аплодировал весь мир. Теперь настал черед Иванова. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.